33 это вот принято говорить, что ну, там, это считается возраст Христа. Да? То есть это какой-то некий рубеж, когда человек для себя принимает какие-то ну, кардинальные решения. У вас есть ощущение, что вот настало время что-то очень там, от чего-то отказаться или куда-то пойти? Или все хорошо, все нравится, и вы идете по той дороге, которая ведет туда, куда надо? Знаете, никто на этот вопрос вам никогда не ответит. Некоторые года. Отвечают. Я не знаю, таких безумцев. Я, наверное, не из них. Я не знаю, куда и как может привести такие умозаключения. Но могу сказать одно, что, безусловно, в свои 33, мне там не 23, а 33, конечно, уже я другой и так далее и тому подобное. Ставить какую-то черту и делать какой-то итог – это работа бухгалтерии, а не художника, коим я все-таки хочу быть. Не желаю, а хочу и, надеюсь, являюсь. Поэтому искренне стараюсь не думать об этом. Во мне очень много кровей. Я знаю только, что какая-то армянская чистокровная, есть. Чистокровная, еврейская, армянская, украинская, казачья, русская. Во мне очень много намешано, поэтому, конечно, я не могу не думать, к сожалению. Это меня чуть-чуть иногда оттягивает от моей профессиональной деятельности, от моей профессии, от актерской. Потому что голова, это абсолютно, ну, мозг – это абсолютно не актерский, не актерский орган. Поэтому думать, естественно, приходится, но я стараюсь от этого отходить. Могу сказать так, что я часто об этом говорю, я считаю, что это такой мой ноу-хау для себя самого. Я каждый какой-то промежуток времени четко меняю путь, куда я иду. Если я иду на север, через год я понимаю, что я иду достаточно уже долго на этот север, я разворачиваюсь и ухожу в другую сторону. Что бы там впереди дороги мне не маячилось и не казалось. И, как правило, меня это по жизни ведет, и ну, жизнь, по крайней мере, становится разной, есть что вспомнить, рассказать и так далее. У Набокова, по-моему, или у Бунина сказано, написано, что такое друг? Друг – это который, можно сказать, помнишь? Вот я могу сам себе сказать, помнишь, было так. Если тупо идти в одну сторону и постоянно подчеркивать, делать вывод, мне кажется, не будет такой возможности. Мне кажется, я постоянно говорю, а вы постоянно молчите и слушаете, я и чешете, слушаю, как кошку. Конечно, нет, я кошку я не чешу, а контролирую, потому что если ее не контролировать, неизвестно, где потом ее придется искать. Ну, вообще у вас такая, конечно... Такое, откусишь с одной стороны, подрастешь, с другой уменьшишься. Стороны чего? Гриба. У вас такой Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес», вам не хватает трубки и огромного гриба, на котором бы вы сидели и разгадывали про грибы загадки. Вы сейчас на очень тонкий лед выводите меня, если мы сейчас про грибы начнем говорить. Нет, давайте. Нет, грибы – это не наша тема. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».